Как дивна благодать Творца! И эта благодать проникает повсюду. Она проникает во все сферы жизни христианина. В эфире программа «Путь веры», программа о людях, которые идут по этому пути. Сегодня в студии с вами я, Вероника Ставарская. Здравствуйте! Я рада приветствовать в нашей студии Альбину Константиновну Томенко. Здравствуйте, Альбина Константиновна! Здравствуйте! Вы не напрасно сегодня здесь у нас в гостях. Сюда приходят люди, которым есть чем поделиться с нашими телезрителями. Расскажите, пожалуйста, о том, как началась ваша духовная жизнь. Насколько я себя помню, с самого детства я слушала рассказы моей бабушки. Это были библейские рассказы. Это было очень интересно. Я хотела научиться читать. 5 лет я научилась читать. И моя первая книга была «Новый Завет», которую я прочитала и перечитывала. Потом еще некоторые книги, и я решила с детства, что мне надо посвятить жизнь, чтобы изучать всю Библию. Настолько это было для вас интересно? Очень интересно, и я ложилась спать, я об этом думала, потом я стала выписывать, я стала готовить свои проповеди, мне захотелось знать об этом намного больше. Вас наверняка поддерживали ваши родители, бабушка, дедушка в вашем решении, в вашей цели? Бабушка и дедушка учились в богословском учебном учреждении в Румынии. Конечно, они тогда не думали, что я так решу, но я просто мечтала о том, что я вырасту и буду учить Библию. Но я понимала, что в нашей бывшей стране, в Советском Союзе, нет учебных заведений таких. И что мне нужно будет куда-то ехать за рубеж, поэтому я решила, что сначала я выучу иностранные языки. Я в школе очень хорошо учила языки, и потом я поступила на ИНЯС, чтобы позднее можно было выехать и учить богословие. А вот если вернуться к вашему детству и, вот, возможно, к школьным годам, ваши ровесники, друзья по школе или же соседи по дому, а как они реагировали на вашу цель высокую? Я помню, что один раз мы с сестрой возвращались из школы, и наши соседи имели такие длинные проволоки, и они нас били. И кричали: «Субботники, вот вам так!» И мы, когда пришли домой, мы говорили: «Мы так рады, что мы сегодня пострадали за Христа». То есть меня как-то это все вдохновляло. Дедушка у нас был человек очень требовательный, он говорил, что христиане всегда должны быть первыми, мы должны учиться очень хорошо. Так что наши фотографии всегда висели на доске почета. И цель была с детства направлена, что хорошо выучиться, чтобы потом можно было легко выехать и продолжать учебу. Планы на выезд из страны? Ну, не на постоянно, а чтобы выехать. Ну, вы уже того, на чтобы, это нацелились для, с детства, да, для того, чтобы да? можно было выучить именно богословие, потому что другие специальности можно прекрасно было приобрести в нашей стране, где уровень образования всегда был очень высоким. А почему вот, ну, казалось бы, вы же девочка, зачем вам богословие? Ведь пасторами, богословами в основном вырастают и учатся мужчины этому делу. Во-первых, мне хотелось самой быть уверенной в том, во что я верю. Для этого нужно было хорошо изучить Библию. Во-вторых, я хотела поделиться это с другими людьми, потому что я вижу, что очень многие люди, особенно молодые, потеряны в этом мире. Не знают, куда идут, зачем идут, как идти. И когда какая-то беда, они не знают, как реагировать. Когда человек верит и доверяет Богу, это совсем по-другому. Я хотела людям помочь в этом смысле. Не обязательно, что я могла бы стать пастором, но, по крайней мере, советником. И я стала семейным советником, получила диплом. Но я еще и хотела преподавать для будущих пасторов. И быть миссионером или быть передающим Слово Божие не обязательно, чтобы иметь сан пастора. Всегда это повеление Иисуса: идите и проповедуйте. И я считаю, что нужно достигать всех уровней жителей. Бедных, нищих, всех языков, всех наций. Чтобы все знали, что мы готовимся к очень великому, славному событию истории Второго пришествия Христа. Ваш первый выезд из Советского Союза, по какой причине он был?
А я выехала как переводчик с делегации. Вас и официально выпустили? Меня официально выпустили, из страны. Да. В какую страну вы выехали? Мы выехали на Кубу, где мы пробыли 2 недели, и мне нужно было переводить много. С русского на испанский, испанского на русский. Но это выезд как таковой и не был вашей целью. Вы хотели выехать, чтобы учиться. Но... Что вы для этого предпринимали в вашем первом выезде на Кубу? Я решила узнать, есть ли там какое-то учреждение, где бы я могла продолжать обучение. Я нашла директора духовного семинария. Я с ним поговорила, он очень удивился. И сказал, что если вы получите соответствующие документы на выезд и въезд на Кубу, то, конечно, мы с удовольствием вас примем. И я решила, что я не знаю, когда, но я опять приеду. И потом получилось, через 2 года у меня опять была командировка на Кубу. И я пришла к директору и сказала, вы помните, что вы мне обещали, что меня примете? Он говорит, да. И фактически я начала учиться и окончила. Были некоторые трудности, потому что Куба тоже не свободная страна была. Мне нужно было выехать из страны, потому что я там проповедовала, и как-то это не понравилось. Мне нужно было выехать. И потом я въехала еще раз, уже по частному приглашению, и докончила семинар. А вот самое первое разрешение официальное на выезд как студентки? На выезд студентки я уже получала, когда выезжала в Аргентину для продолжения образования. С какими трудностями вы сталкивались при этом? Нужно было получить разрешение от Совета по делам религии и от МИДа страны. И были совещания на этом высоком уровне. И сначала думали, что девушке нет смысла из советской страны выезжать. А с другой стороны, для страны это престижно, что у нас такая свобода, что мы можем посылать студентов изучать богословие. И после многих дебатов разрешение было получено, и я выехала изучать богословие в Аргентину. Аргентина уже была после Кубы? Да. Это было продолжение вашего это образования? Это было продолжение, и я поступила еще на другой факультет, называлось религиозное образование. И богословие. 2 параллельно факультета. Вы до сих пор продолжаете учиться? Вы до сих пор студентка фактически? Да, да. В то же самое время вы преподаете в одном из тех учреждений, где сами обучались. Что для вас значит передавать ваши знания другому поколению? Я получаю большое удовольствие и удовлетворение от того, что можем вести такой диалог с новым поколением. Я могу сказать, что студенты очень вдохновляются, потому что я им рассказываю о многих вещах, которые произошли со мной, и я вижу, что им хочется дальше учиться. Вообще я всем студентам говорю, что чтобы вы ни учили, потому что я на разных факультетах преподаю Библию, и там это называется предметом как бы личное совершенствование. Ну, разные отделы Библии мы преподаем. И я им говорю, что неважно, какой профессии вы, но очень важно, чтобы вы поняли, что учить математику или инженерное дело вы можете в любом университете мира, а именно понять, что хочет для вас Бог, вы можете на этих предметах, чтобы вы большое внимание уделяли этим предметам, потому что от этого зависит наше будущее и наша вечная участь. Но вы занимаетесь сейчас не только обучением, самообразованием и преподаванием. У вас есть еще одна миссия, одна из ваших миссий. Расскажите, в чем она заключается? Я считаю, что повеление Божие «идите и научите, и проповедуйте во всех странах мира для всех языков» — это очень важно. Это не просто пожелание, а это действительно повеление. И как-то я это очень серьезно в свою жизнь внедрила. И я ищу евангелистов и выступающих, и приглашаю их в наш бывший Советский Союз. И многим я перевожу, для некоторых я ищу переводчиков. И мы уже посетили Казахстан, Киргизстан, Белоруссию, Украину,
Россию и вот теперь Молдову. Это первый раз. И некоторые из этих стран уже по несколько раз. Да, уже множество раз. Я вам хочу сказать, что вот сейчас мы окончили программу номер 46. Это за какой период времени вы начали считать? Уже почти 20 лет. За 20 лет? Это действительно немалая цифра. К тому же, ведь каждая программа требует каких-то приготовлений. Конечно, большие приготовления. И все программы очень разные. И бывают большие трудности. Это в некотором смысле можно сказать, как идешь на бой. Потому что есть враг душ человеческих, который не желает, чтобы мы слушали и передавали это слово, и чтобы его принимали. Поэтому надо идти с молитвой. И для этого действительно нужна подготовка, чтобы был хороший тыл, чтобы было много молитв вознесено Богу, чтобы люди воспринимали, чтобы Дух Святой работал над сердцами людей. И я вам скажу, что результаты всегда очень хорошие, потому что мы идем с именем Бога, как на войну, и Бог сказал, что я буду за вас сражаться, и всегда победа одерживается. А в чем вы оцениваете результат ваших программ? Я всегда ставлю много целей. Духовный рост уже верующих людей, которые, может быть, в некотором смысле иногда как бы для них христианская жизнь становится немного рутиной, чтобы для них было пробуждение. Для тех, которые уже много лет знают, например, в семье кто-то верующий, и они никак не решают, чтобы они приняли решение и поменяли свой образ жизни. И для тех людей, которые об этом никогда не задумывались, для которых это в некотором смысле ново, чтобы для всех этих уровней это был большой толчок и для спасения, для вечности. Я говорю, что цель надо ставить очень высокую, как для звезд, да, это ставить цель, и потому что заботы и вот проблемы, и все кризисы, которые мы сейчас в современном мире видим, оно нас отдаляет от Бога и от понимания нашей вечной участи. Бог для нас хочет такого высокого идеала, а мы иногда это забываем. И вот я считаю, что этими программами мы помогаем людям. И в духовном смысле, и теперь, пока мы еще здесь, в реальной жизни, качество жизни улучшается. У вас очень активная духовная деятельность. А что касается вашей личной жизни, и как Бог проявляется в вашей личной жизни? Вообще, вот на протяжении всей вашей жизни. Во-первых, я чувствую, что Бог постоянно ведет, постоянно что-то открывает. А как вы это ощущаете? Я вам хочу сказать очень интересную вещь, что если мы Богу доверяем или решили когда-то доверять, то все, что не случается, случается для того, чтобы мы еще ближе стали к Богу и чтобы мы что-то сделали для Него. Бог видит наше желание, и Он помогает. Наши усилия маленькие, а все делает Он. Я когда-то, уже много лет назад, решила, что мне хочется каждый день хотя бы одному человеку рассказать про Иисуса. А потом я ночью легла спать, я не могла спать, и думаю, как же я такое хочу, если уже все мои соседи знают, на улице все знают, на работе все знают. То есть как бы уже нет новых людей, где с ними встречаться. И я в те времена стала проводить семинары в городе. И на семинарах я стала давать свой номер телефона и говорить, что если кто хочет приобрести Библию или духовную литературу, то звоните по этому телефону. И я вот в тот вечер помолилась и спала. Я в этот день не выходила из дому. И когда на следующий вечер я легла и стала считать, сколько людей пришло, получилось 17 человек. То есть, если мы маленькое желание выражаем Богу, Бог благословляет обильно. Причем пришла одна женщина с большой сумкой, как хозяйственная, и я говорю, а что вы хотели? Она говорит, купить много Библий. А я говорю, зачем вам столько? Она говорит, на всю свою родню и для своих знакомых. Она говорит, раз продают Библии, тогда надо купить. И мне это было очень приятно, потому что в нашем городе вообще не было представителей нашей церкви. И теперь уже есть. В общем, надо также просить, чтобы Бог послал людей, которые ищут, у которых в душе смятение, чтобы они принимали. И Бог всегда посылает таких людей. Я много очень путешествую.
И всегда в самолете, в автобусе, всегда где-то я вижу тех людей, с которыми я говорю, и многие потом в церковь ходят. У меня очень много интересных опытов. Именно в этом смысле, что Бог нас ведет. Мы только должны сказать, я хочу идти и выполнять твою волю, быть твоим инструментом в руках. Один из последних опытов. Вы можете с нами поделиться? Да, могу. Это уже, можно сказать, здесь, в Молдове. Мы начали в Камрате программу, в лицее, в зале. Зал небольшой, на 150 человек был, но зал был полный, даже не было иногда мест. Я переводила евангелисту из Перу, очень хороший, интересный человек, он доктор богословия. Меня попросили вести часть, это, как бы, психолога по 10 минут. И я говорила, и одна женщина подошла потом ко мне и сказала, мне так понравилось то, что вы сказали, и стала плакать. Я говорю, вам надо какая-то помощь. И она говорит, да нет. Но каждый вечер она ко мне подходила и меня благодарила. И потом нам сказали, что у нее сильное горе, что ее сын попал в аварию и остался инвалидом. И мы решили пойти помолиться с этим парнем. Когда мы помолились, мы познакомились с ее мужем. Общение было очень интересным, приятным. И в этот вечер ее муж пришел тоже на программу. Они сидели, очень внимательно слушали. На следующий вечер они тоже пришли. И они сказали, что мы бы хотели принять Бога от всей души, серьезно. И мы сказали, хорошо, у нас будет скоро крещение, вы можете креститься. Некоторые думали, что они, может быть, и не совсем как бы готовы, но я спросила их, вы верите Иисусу, вы любите Его, вы хотите, чтобы Он был господином вашей жизни? Они ответили на все «да». И они говорят, ну, наверное, через несколько месяцев. Я говорю, а почему вы не хотите быть счастливее все эти месяцы? Зачем это счастье отодвигать? И муж Александр так сказал, вы меня убедили, я хочу завтра. И они в субботу пришли на крещение. Это было 3 недели назад. Прошлый четверг мы опять были в этом городе с другим евангелистом. И мы встретили эту пару на семинарах. Они счастливы, что они приняли завет с Богом. И опять пригласили нас к себе в семью. Мы помолились с ними. Бабушка у них была еще вне церкви. И мы спросили, или бабушка тоже хочет присоединиться к церкви Божией. Бабушка сказала, что она, наверное, не готова. Мы сказали, а в субботу у нас будет крещение в Хенчерстах. В пятницу они позвонили, что бабушка приедет. И Алла перед отходом, когда мы уже уходили из ее дома, она сказала, вы не представляете, как мы вам благодарны, что вы нас поддержали, что вы нас вдохновили, потому что мы крестились. У меня сейчас в мире мир в сердце. Я такая счастливая, и я чувствую присутствие Божие, как никогда раньше. Так что теперь 4 человека, все в Церкви Божией, и уже там мир и гармония, потому что до этого был только один дедушка верующий. Так что я считаю, что это величайшее чудо. Все небо радуется, и мы, все, которые могли сотрудничать в этой программе, мы очень все счастливы. Какой самый любимый ваш библейский герой? И чему вы у него научились? Конечно же, апостол Павел. Почему? Без сомнения, потому что он был мой идеал с детства, и я считаю, что если я кем-то стала, то благодаря примеру моего дедушки и Павла. Потому что для Павла не было ничего в жизни важнее, как передавать истину об Иисусе Христе другим людям. Апостол Павел за свою жизнь евангелизировал в то время, когда не было ни телеграмм, ни телефонов, ни факсов, ни самолетов, 13 новых стран. Он написал половину Нового Завета. Человек, который был действительно полностью Богу посвящен, и что мне очень нравится, что он имел очень высокое образование, и это ему помогало говорить на всех уровнях. Он не стыдился проповедовать Евангелие. И даже когда смеялись и говорили, что это безумие, он все равно говорил эту истину.
И Бог его так обильно благословил, представьте себе. Я считаю, что на протяжении истории человечества не было лучшего ни миссионера, ни евангелиста, ни духовного философа. Поэтому он меня очень вдохновляет. А что бы вы могли пожелать молодым людям, которые сейчас находятся на распутье, перед выбором, по какой дороге им пойти дальше, или кем стать в будущем? Что вы им скажете? Во-первых, я хочу сказать, что есть путь, который никогда не подводит, на котором ты никогда не проигрываешь. Это когда ты полностью доверяешь Богу. В жизни это самое главное, и без этого просто невозможно. Пока человек не дойдет до этого понимания, жизнь не складывается, даже если прикладывается очень много усилий. То есть когда-то получается облом, развал. Если же ты ставишь высокую цель, что ты хочешь быть с Богом сегодня и в будущем, Бог сделает все для тебя. И мне очень нравится этот стих, где говорится, что ищите прежде всего Царствие Божие, и все остальное вам приложится. Абсолютно все. Все виды счастья, все удобства, все Бог даст и сейчас, и в будущей жизни. Так что прежде чем выбирать профессию или работу, или друга жизни, надо выбрать, слушать голос Божий. И все остальное станет так, как Бог хочет. И все, я хочу сказать, что многие думают, что жизнь христианина – это как бы жизнь очень ограниченная, что это как монахи, это скучно, что теряешь как бы радости жизни. Наоборот, эта жизнь очень полноценная, и столько здесь начинаешь понимать, что потом всю вечность будем мы дальше углубляться это изучать. Это превосходный путь, и я всех приглашаю встать на него и не терять время, не откладывать ни на несколько часов. Прямо сейчас начинать эту интересную христианскую жизнь. Ставьте перед собой высокие цели и достигайте их с помощью Бога. Успехов вам в вашей жизни и на пути вашей веры. До новых встреч. До свидания.